Привет, ребята! Я вам сейчас расскажу, почему надо поступать на американистику на нашу программу. Потому что у нас очень хорошо, мне очень нравится. Возможно, это что-то субъективное, но мне вот прям настолько по душе, что я не представляю, где бы я еще могла учиться. Что у вас там будет, что вас там ждет? Во-первых, невероятные преподаватели, настолько большие профессионалы, настолько влюбленные в свое дело люди, что вам непременно захочется стать такими же, захочется к ним тянуться и развиваться. Во-вторых, что меня очень порадовало, что для меня было очень важно, это одногруппники. Они, ребята, все очень мотивированные, потому что, ну, нужны достаточно высокие баллы, чтобы попасть на эту программу. И очень какие-то открытые, то есть они не давят вас своим умом, они просто такие классные, и вам хочется тоже становиться такими же. И развитие просто по всем фронтам. Интересные домашние задания. Например, посмотреть какой-то фильм. Ну не чудо ли, а? Вот бы в школе так было, чтобы задавали смотреть фильмы. Еще домашние задания, например, вот из последних. Приготовить пирог. Конечно, американский, по особому рецепту. Написать об этом. Но все же, это же настолько интересно и настолько другой подход к образованию и вообще к процессу обучения. Или, например, тоже из последнего, домашнее задание — сходить в ресторан, в кафе со своим партнером из группы и написать об этом отзыв. Я думаю, просто чудесно. Поэтому я думаю, если вы выберете к нам поступать, вы точно не пожалеете, потому что единственное, что сможет вообще напрячь в этой программе, это то, что учиться очень тяжело. Очень тяжело, ну вот конкретно мне. Я учиться не привыкла, потому что в школе я не училась совершенно, но вы научитесь, вас научат, вам помогут преподаватели, вам помогут ваши одногруппники. На вас это не навалится все в один день, и нагрузка будет расти постепенно, и вы будете очень замотивированы, и, в общем, проблем не будет. Просто, возможно, вы немного устанете. А так просто, если вы к нам поступите, я очень завидую, что у вас впереди такой замечательный год. Желаю удачи!